сегодня состоится выставочная игра наших самых маленьких хоккеистов и финал Кубка Легенд. Дорогие друзья, долго вас не задержу, тем более, что холодно, во-первых. Во-вторых, наши замечательные спортсмены рвутся в бой. Я пожелаю всем жителям поселка благополучия, счастья в жизни, любви, молодым спортсменам, спортивных успехов. Может быть, кто-нибудь из вас станет олимпийским чемпионом, станет чемпион мира. А я от всей души вам этого желаю. Всего вам доброго. Холодно у вас. Как до костей доходит. Но я что хочу сказать. Вот смотри на ребят. Я сам как-то начинал. Тоже с дворовой команды. Тоже прошел и морозы, и все остальное. Но хочу им пожелать, прежде всего, спортивных успехов. Во-первых, они сделали имидж отечественному хоккею, как игроки, как два великих тренера, как люди, которые дают толчок развитию нашего хоккея. И вот сегодня еще лишний раз это подтвердилось, что эти люди, они могут все. Себе надо делать кумира, а не смотреть на кумира.